Білесің бе? После такого выступления петь еще и танцевать, конечно, нужно отдышаться, верно? Ребята, вы сами все видели, да? Можно пошуметь Лавис еще раз? Здорово, здорово, здорово! Ой, вот там пропустите, вон еще цветы идут, да. Аплодисменты, Лавис! Реально, я, прежде чем вы начнете говорить, я хочу вам пожелать реально творческих успехов. А то, что вы делаете, продолжайте делать, любите это, любите то, что делаете. Я думаю, это самая коронная фраза, реально. А вы очень талантливы, я видел на протяжении всего этого времени ваш рост, реально, и это очень круто. Честно признаюсь, пока таких групп женских пока я не видел. Лично, на мой взгляд, пока таких групп я в Бишкеке не видел. Реально, аплодисменты, Лавис! Ну, а теперь вам слово. Thank you.
Всем привет! С вами группа Лали! Давайте мы начнем с представления. Всем привет! Меня зовут Изим. Ой, гад, спасибо вам большое. В первую очередь хочу вас всех-всех поблагодарить, то, что вы пришли поддержать нас. Спасибо вам огромное! Наша песня. Спасибо большое. Всем привет, меня зовут Агуша, очень рада с вами познакомиться. Вот. Я являюсь лидером этой группы и думаю, я для них стала мамой. Я не знаю, да, постоянно их бужу, одеваю. А, ну ладно. Вот. Так что, мама, папа, спасибо вам большое, что вы меня воспитали. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за такой атмосфер. Всем привет! Меня зовут Джами, мне 18 лет. По счету я иду второй по старшинству после Айгули. Но иногда мне кажется, что именно я являюсь самой младшей в этой группе. Да, это мы. Младшая участница группы! А еще у меня самый низкий голос. Эй, куланца! Эй, туда, сестер, пула, туда, но ту-ту! Сказать спасибо большое, спасибо огромное родителям этих девочек. Вы воспитали очень-очень хороших девочек, нам было очень уютно вместе, мы дружили, мы никогда не ссорились. Вот, так что спасибо вашим родителям за такое чудесное воспитание. Также я хотела бы всех вас поблагодарить за такую шикарную атмосферу, честно, спасибо вам огромное. Очень скоро у нас выйдет клип. Надеюсь, что вы будете ждать и выйдете смотреть. Надеюсь, вам понравится. Также, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех желающих в нашу чудесную семью FAM Entertainment, которая откроется в сентябре. Поэтому мы будем очень-очень-очень-очень счастливы видеть вас всех. Приходите, двери для всех открыты. Мы очень рады каждому из вас. Вот. А также хотела бы сказать спасибо родителям всех фэмовцев, которые сегодня выступали для вас. Спасибо вам большое. И спасибо спасибо детям. Вот, да. Спасибо вам огромное. Можно дать туда все? Да. Вот. И думаю, завершение этого вечера будет наша вокальная песня. Это кавер, Price Tag, так что давайте все вместе попоем! First and the truth comes, second, just stop for a minute.
Для вас был вот такой вот концерт. Вам понравилось?